Всем привет! В этом ролике мы поговорим о том, как сделать воздушные объемные вензеля. С вами компания Nico Nagel, и мы начинаем! Пишите вопросы под этим видео, мы обязательно ответим на них, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Для начала покроем тип с черным гель-лаком Opium номер 24. Цвет очень плотный, прекрасно наносится в один слой. Затем перекроем финишным покрытием бриллиант. Потрясающий блеск. Прикрепим стразу при помощи гель-клея и приступим к самому интересному. Возьмем объемную пасту стереотинт белого цвета и начнем рисовать вензеля. Обратите внимание на левый нижний угол. Если вы хотите научиться создавать дизайны с объемными элементами, нажмите на красный кружок и получите подробную информацию о пасте стереотинт. Важно! Каждый элемент после нанесения просушиваем в лампе. Смотрите, какой классный зефирный дизайн у нас получился! Обратите внимание на другие видеоролики, которые появились сейчас на экране.